Страна в тревожном ожидании второй волны пандемии, которая, по прогнозам, будет тяжелее первой. Ежедневно в Казахстане регистрируются новые случаи заражения. За прошедшие сутки – 102. Наибольший прирост в Нур-Султане – 17. В Восточном Казахстане – 15. В Павлодарской области – 11. В Алматы – 10. В Жамбылской, Туркестанской областях и в нашем регионе отмечается 0 случаев. Но нельзя расслабляться. Сегодня от каждого требуется ответственность за себя и окружающих, жесткое соблюдение мер безопасности и карантинных ограничений. Однако... В связи с эпидситуацией в стране запрещены коллективные семейные мероприятия. К сожалению, вопреки здравому смыслу, жители региона продолжают устраивать грандиозные торжества. Этот пышный кудалык по улице Турайгырова выявили во время рейда стражи порядка. Как выяснилось, участковый задолго до мероприятия предупреждал хозяев о запрете на проведение торжества. Однако они проигнорировали, пытались воспротивиться и участникам спецрейда. За противоправные действия наложен штраф. В игровом клубе Energy. Также в нарушении ограничений полицейские застали раскуривавших кальян лиц. В отношении владельца заведения также приняты меры.